всем благотворного гу в дома ихние. Да, здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Гремлин Серж, и мы начинаем играть World of Goo. У нас третья серия и третья глава под названием «Фабрика Гу». И знаете, я надеюсь, это прохождение вам понравится, эта игрушка вам понравится, она классная, она здоровская. И мне очень нравится во все это играть и все это проходить вместе с вами. Ну, думаю, больше говорить и нечего. И с великолепным криком «Гу!» мы переходим к третьей главе. Зима. А, вот такой вот у нас карта. Да, я до сих пор умею разговаривать высшим образом. Вот. Глава третья. Шестеренка в машине. И у меня вот есть предчувствие, что эта третья глава уже будет разделена на две части. Не смогу я за серию ее всю пройти. Ой, до этого я что-то эту руку не видел. Странно. Ну ладно. Я думаю, пора начинать. Ху! Ху! Не гу, а ху! Надеюсь, это и все, и больше ничего не написано. Ладно, поджигатель, и я уже в предчувствии того, что у нас появятся новые шарики гу. Поджигатель, посмотрим. Добро пожаловать на завод. Да, у нас новые шарики гу под названием спичечки. Так, ну и как обычно начинаем наше приключение с поиска автора. Раз табличка, два табличка. Ну и вроде все, больше табличек нету. Ведь автора же здесь больше всего интересно, даже не геймплей интересно проходить, а просто читать. Весь остров занимает завод. Похоже, он выполняет заказ корпорации Миргу. Возможно, идет производство какого-то нового высокотехнологического изделия. А где труба? Похоже, что ее загораживает эта огромная голова. Возможно, это результат плохого местного управления. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Так я всегда говорю. Автор – большой начальник. Да, у нас новые шарики, и они весьма огнеопасные. Так, ребят, давайте, гоу сюда, все. Вот здесь у нас есть огонек, новый элемент появился. Прибежали, наконец-то, сколько я свистеть могу. Спички могут загораться. Представляю, что произойдет, если вы поднесете их чуть ближе. Автор. Ребята, извините, но ваш смысл жизни именно такой. Вот, все, поехали. Поехали. Надеюсь, дотянемся. Они, в принципе, точно такие же шарики гу. Отделять их нельзя. Нет, все очень-очень плохо. Сейчас мы наколемся. Либо вот здесь вот так вот укреплять все это безобразие. Всего лишь двое осталось. Так, ну и загорелись мы. Гори, гори ясно, пока не погасло. Грустно лишь то, что... А нет, вон их сколько еще, но они все сгорают у нас. Они все у нас сгорают. Ну, а мы занимаемся нашим любимым делом под названием...
полеты в воздухе. Все, первый уровень у нас третьей главы преодолен. Да, вот так правильно нужно говорить. Продолжаем. Что же нас ждет дальше? Что ждет наших малюток? Прикуриватель. Как-то с названиями не очень. Некоторые шарики огня опаснее других. Мое кунг-фу сильнее твоего кунг-фу. Так что ли получается? Так. Загадочные трубы появились в небе. Что они строят на этом заводе? По слухам, все изменится в четвертой главе. Что бы это ни значило. Бесстрашный автор. И чё-то я сейчас рассматриваю этот уровень и не все понимаю. Ладно, будем надеяться, что месседж мы уловили. Наверное, нужно просто сжечь ребят. Или наоборот, не сжечь. Думаю, да, наоборот, мы должны взять их, этот огонь, и обойти. Но мы прям спустились, и я изначально планировал поджечь ребят. Ну и в итоге, что мы сделали? Да ничего мы не сделали. Ладно, заново. Получается... Нам нужно обогнуть этот огонечек. Взять вот этих вот черненьких шариков. И уже при помощи них... двигаться к трубе. Вот. Только так получается. Ну да, эти огненные шарики нам ситуацию вроде как, да, типа новые возможности, но в основном это новые головные боли. Вот. Вот. Так. А это вот эти шарики мы вообще ими управлять никак не можем. И чё это вы нам хотите сказать? Но! Криворукий. Ладно, заново. Неужто первые сложности? Ладно. Поехали. Не, если у нас больше шариков нету, то есть больше мы ничего строить не можем, то может быть зря я так расходую их. Не, ну вроде в этот раз все так вот неплохо у нас получилось. Ну и куда ты выпрыгнул? Второй выпрыгнул. Вы идиоты, скажите мне, пожалуйста. А если мне вас не хватит? Нет, что-то здесь неправильно. Что-то я здесь не понимаю. Да ладно. Неужели мне... мне нужно сжечь все спички? Но так, чтобы эта фиговина упала.
Интересно. Ладно, давайте пробовать так сделать. Я думал просто вот так вот спуститься, собрать эти шарики и уже отсюда, с этой стороны, к трубе подползти. Но нет, они все равно загораются. Значит, у нас цель сжечь все чертям. Вот. Идеально. Все просто идеально. Поехали. На эта сторона. И в итоге она падает. И горящие ребята полетели. Полетели горящие. А туда они не попали. Вот как. Не сразу допер, и из-за этого были проблемы. Уже начинаются сложности. Наконец-то, к третьей части, да? Хотя я до сих пор помню тот уровень с протягиванием и ветром. Продукт Z очень скоро. Так, ну а у нас снова развилочка. Долгая дорога мести или супер предохранитель? Я думаю, пойдем по долгой дороге. История любви. Неужели мы на заводе узнаем прекрасную историю любви, которая покорит нас? И у нас еще... О, старый знакомый, привет! На холме вдалеке Фистик кого-то заметил. Он помахал с надеждой, что в один прекрасный день они станут друзьями. Только посмотрите, новые виды шариков Гу. Не сразу понятно, живы ли они, и шарики ли они, или мертвы. Наверное, лучше вежливо сделать вид, что мы не поняли. Автор. Они не шарики, понимаете? Они не шарики, они квадратики. Не канон. Так, а кто тут гость-то? А гостя-то у нас и нету. Ну и что ж в итоге получается, ребят? Мы должны делать вот такую вот фигню. То есть они свободно могут кататься, и поэтому они послужат для нас фундаментом. Вот. Все выше, выше и выше. Хотя, мне кажется, это тоже глупая затея. Ладно. Дотянули. Так, а нам 14 метров осталось. Чё вы залезли? Стой и держи. Блин, нам их не хватит, ребят. Это уж слишком длинно, слишком долго. С другой стороны, сейчас мы еще удлинимся. Ну да, мы в принципе можем удлиниться. Вот, эти все черненькие засранцы у нас возьмут и перейдут сюда. Мы даже посвистим. Стой. А, ну в принципе, все, можем отрывать здесь. Вот, и у нас еще один шарик есть. Все хорошо. Все отлично. Ну, вот так вот. Все.
Давайте его здесь оторвем. Вот. Оно все равно даже держится. Вот как. Видите? Надежное строительство. Ну ладно, поехали дальше. Труба у нас вот где, да? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ясно, понятно. Вот. Так, наверное, уже этого братюню дергать надо. Они мне сразу же почему-то напомнили, знаете, скелетонов. Вот, даже приподнял он нам. Какой умница, какой молодец. А мы уже на одном экране вместе с трубой. Все. Это успех. Игра не дает заскучать. Постоянно что-то новенькое происходит. И это классно. Ну а мы так и не узнали судьбу Фристи. Понимаете? Мы судьбу Фристи так и не узнали. Подружился он с тем существом или нет? Третье колесо. Эй, оглянись. Чё-то прям нас пихает этими шариками. Новый кошмарный вид шариков Гу. Такой жути еще не было. Они очень редкие, поэтому очень одиноки. Поэтому я читал на каком-то сайте, что когда они цепляются к другим шарикам Гу, они выпускают десятки шипов любви, которые цепляются к любой поверхности. И не отпускают. Другие шарики Гу боятся даже глядеть на них. Автор. Ну, по факту, получается, мы должны сделать вот такую вот вещь. И поехали. Ох, сейчас жестить-то будем, ребят. Я вспомнил этот уровень. И это что-то нечто. Протянет? Нет, не протянет. Какой замечательный шарик. О, здесь у нас ребята-мертвецы. Красавцы всегда... А, красавицы всегда опаснее. В их шипах яд и презрение. Смертельно опасный яд. Вот. Сейчас будет еще сложнее. Давайте сделаем кружочек. Возьмем наших мертвых братишек. Ой-ой-ой, сейчас мы сломаемся, ребята. Сейчас сломаемся. Ладно. Перекособочило нас знатно. В итоге получается, мы должны ухватиться за эту фиговину. Которой сейчас нету. Чё ты? Вот, слава господи. Ухватиться за эту фиговину, а скелетиками поддерживать, чтобы мы не накололись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Едет, 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 едет. Карусель. Так, ай. Шарик круглый, нет. Фу. Чё за... Давайте здесь мог взрывать. Чтобы сразу... Нет, слишком рано. А все, мухи закончились. Чё за трындец? Чё за трындец? Господи. Ребят, это в итоге надолго. Ладно, давайте разберем эту конструкцию заново. Соберем ее. Слишком много объектов.
на одном маленьком клочке. Все. А мне интересно, не двигают они ее, да? Ой, ладно, поехали. Или давайте заново нажмем. Вот. Может, нам сейчас получится эту конструкцию как-то поменьше сделать? Не, никак. Никак мы поменьше ее не сделаем. Если только вот так вот. Ну, в принципе, все то же самое. Ну, а давай перевешивай, ребят. Я сейчас понимаю, что я занимаюсь каким-то извращением. Жутким просто, до боли. Жутким извращением. Но это же так классно. Мы здесь для того, чтобы... Вернись домой, маленький. Вот, и поехали. По факту, я бы вообще бы сделал бы даже вот так вот. Вот. А этих бы, ребят, взял и разобрал. Вот. Ау! Чё я творю? Вот, давайте этих ребят разбирать. Беда-то в том, что красные оттуда уходить не хотят. Все равно они туда бегают. Ладно, будем вот с такой конструкцией путешествовать. Ладно. Ребята, мы упругие. Выдержим. Любой прессинг в нашу сторону мы выдержим. Вот сейчас я дерну этот шарик. И они все ж посыпятся, как идиоты. Так, сейчас будет сложно. Так, держим палец на курке. Вот, как хорошо мы стали на самом деле. Чё ты мне в руку попался? Ладно, делаем еще кружочек. Вот, мы так же красиво станем, как в прошлый раз? Или нет? Так же красиво станем. Давай, быстрее. Ушло. А не ушел, господи! Опа! Все, мы доехали. Фу. Или нет? Вот теперь доехали. Вот теперь мы точно доехали. Ну и давай ты. Так, зелененький. Всех забрали, кроме нашего пузырика. Тогда пузырик будешь ты присоской, а он не присасывается. Ну ладно, извини, зеленый шарик. О как! О как! Этот желтенький колючек взял и помог братану. Ладно, все, это было классно. Так, уровни пошли уже запоминающиеся и интересные. И это радует. Слишком долго нас вводили в курс дела.
Блин, мы готовы тусить даже с мертвецами. Лишь бы не тусить с желтым. Плотина. Эврика. Эврика эзотерика. Ох, ох-хо-хо-хо-хо. Чё-то все это как-то странно выглядит. Буль. Буль-буль. Тонущий автор. Спасибо за конструктивный совет. Здесь говорится, будь осторожен. Очищай свой кэш за час до серфинга. Маме видней. Интересно же, да? Кто такая мама и чё ей видней? И что здесь, ёлки-палки, происходит? Ну всё, больше я автора не вижу. Так. Так. Вроде всех чёрненьких мы собрали. А это означает лишь одно. Мы со спокойной душой можем пытаться отсюда выбраться. Вот только как это сделать? Я не знаю. Ладно, за чё-то прицепились, зачем-то прицепились. А теперь мы берем и отрываемся. Блин. Я думал, что мы катапульнемся. Но походу нет. По факту давайте смотреть. Вот этот большой писюнчик. Да, проходит идеально. Только уцепились мы не идеально. Давайте за нас мотыляет. Ладно, вот так вот. Еще просто играю в оконном режиме. И из-за этого немножечко имеются сложности. Чё-то какая-то туфта, ребят. Просто когда нужно передвигать камеру, я подвожу и слишком далеко вожу мышку, и она уходит. Она уходит. Вот как мы сделали. Но все, всосались все. Какой же идеальный бросок у нас получился. Выжидательная миссия. Долго ждали. Ну, на самом деле, я не понимал. В прошлый раз я прицепился, а потом отцепился, но я забыл про одну вещь. Мы стукнулись, вероятнее всего, и поэтому не полетели. Все, сдался. Ну, хорошо. Тогда у нас супер предохранитель. Пройдет каждый. Эй! Чё за жара? Можно сделать это легко. Или с трудом. Так или иначе, выиграет каждый. Согласно последним опросам в сети. Но некоторые победители круче других победителей. Статистически фантастический автор. Так. Я не знаю, что нам делать. Где труба? Нам нужно всех собрать, ребят. О-о-о-о. Поехали. Вот, собрали всех. Выгибаемся. Встаем с колен. Нас колбасит.
Просто как бешеных. Я уже слышу, как фитиль подбирает, подходит к нам. Я слышу взрывание. Я слышу эти взрывы. Давай. Все, 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 все. Давай быстрее, 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 быстрее. Все. Так, постойте. А как бы мы по-другому бы все это сделали? Мне вот тоже интересно. Мы аж до земли добрались. На вашем месте я бы убрался отсюда, автор. Вот. Просто мне стало интересно по разными способами все это пройти. Как бы мы могли это сделать? Соорудить отдельную конструкцию мы бы не могли. Не могли бы. Нам бы все равно пришлось бы опираться с этого. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Мы, главное, что мы это прошли. Ну ладно. Верхняя шахта. Направленный взрыв. Ох, чё-то здесь мне чувствуется будет интересно. Стены выглядят хлипкими. Может быть поэтому, что я только что из спортзала? 35 минут нагрузки на сердце, потом плечи и живот. Здесь действительно жарковато. Особенно внизу. Хорошо, что поблизости нет ничего взрывоопасного. Автор. По факту, получается, мы должны вот эту штуковину спустить. Спустить вот до этого уровня. И потом, чтобы оно подожглось и взорвалось. Но как нам это сделать? Как нам это сделать? Ладно, я могу удернуть вот этот шарик. О, какое это извращение, ребят. Ладно. Поехали. Ну чё ты стал? Оно, блин, еще так натягивается. Неприятно стоять. Каждый шарик на счету. Так, мы далеко спустились? Нет, еще далеко нам. Я вот не представляю, как люди это в телефоне играют. Мне здесь мышкой неудобно поймать нужный шарик. Так, а это... Нет, вот еще один. Ой, их здесь много на самом деле. Их здесь много. Ребят, бегом сюда. Нет! Ах, слава богу, у нас есть мухи. Со взрывчаткой играть опасно. Запомните, многоуважаемые зрители, что я только что сделал. Так, сколько нам еще? Еще один, как минимум. Вот. Можно еще, я думаю, спустить.
даже. Вот, так вот, наверное, идеально. Вот так вот, идеально. А теперь мы должны при помощи наших братюнь-спичек спуститься сюда. А зеленые уцелели. Ну, это хорошо. Так, это мы читали. Что за инженер-конструктор наставил смертоносных шипов по всем стенам? Если бы здесь было за что ухватиться. Автор, висящий над огнем, как паук. Так, но зеленых нам не зря дали. Зеленых нам дали не зря. Я думаю. Давайте попробуем. Вот. Если они такую бандуру смогли выдержать, то о чем говорить протянут и здесь. Ну ладно, в принципе... В принципе, мы можем ехать. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давайте клацнем пару раз. Так, ладно, у нас очень много шариков, так что нужно этим пользоваться. Давайте укрепляться, чтобы мы не шатались. Вот. Теперь вот так вот. И вот так вот. Ладно, поехали. Не надо так. Ладно. Что вы тогда нам предлагаете? Если мы берем и вот сюда вот так вот делаем, мы опускаемся ниже. Вот. А теперь вот так вот. И последний. Я хочу спасти все шарики. Ну и, в принципе, нам и нужна десяточка. Так, возможно, это нужно было проходить как-нибудь еще по-другому. Блин, братюнь, мне так вас жалко, я бы так бы вас спас. Но наша конструкция такая ненадежная, что если бы я вот так вот вас дернул, то, в принципе... А давайте позанимаемся фигней. О, она даже... А, тут у нас просто братюня держит, да? Если мы тебя вот так вот отпустим. О, а вы что, два черных забыли? Ладно. Да, ну, ребят, ну давайте братюнь спасать по максимуму. Не бросать же. Вот вы бросили бы своих собратьев в ГУ в таком страшном месте? Я бы... Нет.
Я бы не стал. Вот. Так вот. А теперь нам остается только их поперетаскивать. Вот. Так. Вот. И надо поступать со своими настоящими друзьями. Никого не забыли? Никого не забыли. Фух. Угу. Все. Так, а сколько нам уровней осталось? Мне вот хочется узнать. Мне реально. А, это нам отметили, что мы типа суперски сделали. То есть, если бы мы везде по-суперски поступали бы, везде были бы. Так, раз, два, три. Три уровня осталось, хотите сказать? Но, возможно, мы даже за эту серию его управимся. Взорвите мозг. ЧПУ. Бомбы липучки вне закона. Очень опасны. И липнут к чему угодно. Хорошо, что она не активна. Законопослушный автор. Так, нам ее нужно разбудить. Нам ее нужно разбудить. Да, получается. Так. Ладно, давайте посмотрим, что нам скажет вот этот автор. Наверное, это завод построили роботы. Я думал, они все давным-давно были сданы на металлолом. Только посмотрите. Один выжил. Выглядит симпатично. Но труба прямо за его головой. Что ж, прогресс не остановить, автор. Да, как я понял, он колючий. Да, он колючий у нас. То есть, что вы нам хотите сказать? Ох, чувствую это, ребят, надолго. Вот. Вот. Вот так вот. И поехали дальше. Главное, еще ж все ж спички. Слева огонь, справа огонь. Окружен, да не сломлен. Ладно, давайте не беречь ребят. Ради высшего блага всех пустим на произвол. Так, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот нужно укрепиться. Вот. Все. Ой, да липучек-то еще сколько. Ох, по тонкому льду ходишь, Сережа. А вот давай. Вай-вай-вай-вай-вай. Куда, 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 куда? Не надо. Не надо так. Я вот даже вот сюда вот такую пись. И так не надо. Все. Все. Ребят, давайте сюда. Главное разбудить зеленую. Все просто, все померли. Ладно, а теперь мы можем дернуть зелененькую. И она прицепится, да? Она прицепится. И теперь нам остается только
взять и поджечь. Блин, знаете что? Я вижу только 3 шарика. Блин, как бы так сделать-то красиво? По красоте сделать просто... Ай, ладно, плевать. Поджигаем. Все как есть. Нет, много ребят... Ну, немного, но уцелели ребят. А где зелененький? Зелененький ушел за хлебом и не вернулся. Ну все. Фу. Ну что, мне тебя звать, что ли? Тридцать один из 4. Наверное, я должен гордиться. Возможно. Сжигание отходов. Такой огненный у нас этап получился. Головоломное приключение. Опять мины. И куча девочек. Бомбы и девочки — вещь зажигательная. Вонь режет глаза. Хорошо, что меня здесь нет. Похоже, на эту свалку свозят отходы со всего острова. Судя по размерам свалки, мы все ближе к моменту презентации нового изделия. Автор. Чё ж, получается. Мы должны доползти вот до этих ребят. Эти скалы стали крайне липкими после многих лет слива отходов. Автор. Вот. Мы должны взять, добраться до этих ребят. Взорвать вот эту штуковину. И вот эту штуковину. Но сделать это мы... Ой, чё-то всё слишком сложно. Ладно. Поехали. Есть как есть. Что нам горевать и думать? Думают, пускай учителя, я сюда деградировать пришел. Светящихся ребят я портить не хочу почему-то. Пускать в расход, точнее. Все равно нам нужно все это будет поджигать. Вот. Так что строим все из спичек. Успокойся. Сделай глубокий вдох. И перестань дергаться. Ну и долго ты так вот мне вытанцовывать будешь? Хой. Если я сейчас позову серебряных, они мне все сломают. Так что нужно быстрее цепляться. Вот так вот. Все. Теперь ты у нас идешь вот сюда. А ты у нас идешь вот сюда. Вот так получается. Но постойте. Фу. Если мы сейчас подожжем фитиль, барышни-то вылезут.
Но как они потом переберутся сюда? А, ну с другой стороны. Мы сейчас можем сделать интересную вещь. Догадались, что я планирую? Да, мы поверху сделаем мост. Вот так вот. Связующий мост. Мы уже укрепились. И несмотря на то, что эти шарики очень тяжелые, я верю, что наша постройка выдержит. Все. Теперь можем не бояться. А чего не бояться? Сейчас это все начнет гореть. А! Липко же, все, я же забыл, сорян. Ну ладно, поджигаем. Ребят. Ну не вы. Вы мне не нужны. Че, не хочешь загораться? А вот вам двум. Вот прям вот надо вот куда подальше залезть. Интересно, да, типа? Ладно, смотрим, как все это работает. Да, мост у нас остается. Здесь все. Здесь сейчас будет будумс. А! Я идиот. Вы ж поняли, что я сделал? Я прицепил бомбу к двум серебряным. Блин, у нас всего 4 спички. Осталось. Из этого фитиль не сделаешь. Я там просто вижу огонь. Может, загоримся? Ну, конечно же. А я красивый, и меня любят девочки. Ладно. Но сейчас я отключусь и вернусь уже, когда все будет сделано. Ха, ну что, у нас здесь уже все готово, но перед тем, как начать, я тут заметил интересную вещь. Мы, оказывается, можем пропускать уровни, если уж они совсем сложные. Делать мы это, конечно же, не будем, но сам факт, я вам покажу, что такое есть функция. Так, все вроде идеально. Все просто до безбожества идеально. И здесь все отлично. Все, трубу освободили. Девочек тоже освободили. Окей. Теперь воздвигаем пирамиды. Фух, ну, такой вот заковыренный уровень. Вроде простой, но в то же время... Я просто сглупил и случайно нажал не то, точнее поставил не так. Ну все, все девочки в трубе, и мы свободно можем продолжать. Тун-тун-тун-тун. Давайте, наверное, все-таки я буду на одну серию, одну главу делать. Может быть, она получится и подлиннее. Но хотя это последний уровень вроде как. Презентация. С Новым годом! С Новым годом! Последние шарики Гу не заметили,
что стали частью международной телевизионной презентации изделия корпорации «Мир ГУ». Им раздали цветные буклеты, где говорилось, что изделие навсегда изменит весь мир. Сейчас начнется демонстрация нового изделия «З» – корпорация «Мир ГУ». Увидимся после шоу, автор. И по факту, так, давайте изучать уровень. Сейчас мы отпустим этих ребят. Они... А в принципе-то мы больше ничего и не сможем. Ох, как их много-то, ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно, идем за потоком. Нам ничего не дают контролировать. Так, мы все пришли сюда. Ох, как нас много-то. А, нескончаемый просто поток. Ну ладно, ребят, вы тоже, что ли, бегите? Я не знаю. А. Окей, ясно, понятно. Так. Что же дальше? Что же нас ждет дальше? Вон там огонь. А автора нигде нету, да? Но снежок приятно падает, и это хорошо. Люблю вообще снег и ненавижу жару, ненавижу лето. Так, есть у меня... такое предположение, что мы просто должны отстраиваться вот так вот до фитиля. Мы должны все это сжечь просто без каких-либо претензий на экономию шариков. Вот. Вот такое вот у нас строение получается, которое падает. Самое, что грустное, светлячков нам не дают. И поэтому, если с шариками все получится плохо... скажите, пожалуйста, на милость, а с чего он вдруг взорвался? Да, господи, вот, все. Гори, гори, ясно. Мне вот интересно, зачем нам нужны шарики воздушные? Взорвутся все. Мы просто-напросто стали символом. Да, нас пустили в расход. Нас просто пустили в расход. Ради великого творения корпорации. Что это? Оно падает. Поздравляем. Мир ГУ стал виртуальным. Добро пожаловать в третье измерение. Ваш друг, корпорация Мир ГУ.
Внимание! Вы несовместимы с устройством МИР. Пожалуйста, свяжитесь с техподдержкой в виртуальности. Конец главы 3. Ох, это было шикарно. Ну что я вам могу сказать, ребят? Это все идеально, шикарно, классно. Бета-версия World of Goo. И здесь, походу, все поменялось. Да, здесь у нас происходит токсичный трындец. Но зато музычка бодренькая. Добро пожаловать в виртуальную корпорацию Миргу. Это одна из новых компаний вирусного маркетинга. Разработчики говорят, что об этом в последнее время мечтают все дети. Говорят, однажды вы сможете создать свой собственный персонаж, как свою цифровую модель, и покупать через банковские переводы цифровые головные уборы, обувь, свитера, а после болтать с цифровыми моделями других людей о вашей новой цифровой одежде и о других новых замечательных онлайн-продуктах корпорации Миргу. Добро пожаловать в виртуальную реальность. Лучший вид реальности. Онлайн-автор. Сообщение доставлено почтой корпорации Миргу. А, полковнику никто не пишет. Ну, вот такой вот у нас стал веселый мир. Все стало неимоверно классно и круто. Вот такой вот он безграничный мир. Мы можем и в эти стороны, в принципе, делать башни. Вот. И в эти стороны делать башни. Ох. Ну ладно, ребят. Я вот не знаю. Сейчас начать высказываться по поводу всего происходящего. Или... Давайте потом. Все потом. Ну а сейчас мы прощаемся с этим миром тянучек. Но ненадолго. Совсем скоро выйдет новая серия. Ну а я вам говорю до свидания. Не забывайте, что вы это видео посмотрели на канале Taurus Gaming Revival, где любят ставить лайки и писать комментарии, конечно же. Ну и конечно же, если вы вдруг не подписаны, подпишитесь и посмотрите другие видео. Не мои, а других зрителей, летсплееров. Но в принципе и зрители могут стать летсплеерами. Мы открыты для сотрудничества. Ну... Спасибо и до свидания.